Всем привет! Меня зовут Наталья Белая, и я являюсь создателем школы графического дизайна. Наша школа существует уже более 5 лет, и теперь наконец-то наши занятия станут доступны для всех, потому что мы полностью переходим в онлайн-формат. Объем занятий будет достаточно большой, так как в обучающем процессе будут задействованы все актуальные направления графического дизайна. И по этой причине занятия на сайте будут появляться постепенно, начиная с самого базового уровня. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, вы можете зарегистрироваться на сайте или оставить заявку, и на ваш e-mail мы будем присылать оповещения о новых занятиях. С темами занятий вы можете ознакомиться на сайте в разделе «Занятия». Все уроки для удобства мы скомпоновали в курсы и практикумы, но при этом внутри всех разделов занятия будут оставаться в развернутом виде. Для начинающих, желающих получить быстрый результат, мы разрабатываем курс «Взрывной старт» на основе графических редакторов Adobe Illustrator и Photoshop. В разделе «Важные темы» будут собраны теоретические занятия по общим темам, которые необходимо знать каждому, кто работает с графикой. В разделе «Курсы графического дизайна» представлены темы по специализациям и направлениям графического дизайна. Некоторые начальные занятия в темах могут совпадать, так как каждое направление предусматривает обучение с нуля, а база очень часто одна и та же. В специальном курсе для работы на микростоках мы научим вас создавать востребованную графику для продажи на специализированных ресурсах, где вы, как продавец, размещая свои работы, будете получать доход от каждой продажи. Мы разберем все моменты от и до и наработаем несколько методик и техник исполнения для создания контента для продаж. Плюсы работы на микростоках заключаются в том, что это пассивный доход, уровень которого будет зависеть от количества представленных вами работ, которые вы создаете полностью по своему усмотрению и желанию. В разделе «Практикумы» представлены темы занятий по более узким направлениям. Занятия больше подходят для тех, кто уже обладает базовыми знаниями или интересуется какой-то конкретной темой для улучшения своих практических навыков. Например, если вы прошли или завершаете обучение по любому из направлений графического дизайна, то в разделе «Практикумы» вы легко освоите любую тему. Курс «Умная композиция» является вспомогательным, так как не все наши учащиеся имеют художественное образование. А правильное построение композиции в абсолютно любом направлении графического дизайна является фундаментальным. И формирование чувства композиции – это очень тяжелый процесс. Поэтому мы его ускорили и разработали свою методику для легкого восприятия. И последнее – это уроки функционала, где все занятия направлены на изучение возможностей определенного графического редактора. В этом разделе некоторые уроки также повторяются с уроками из разделов выше, так как без знания функционала хотя бы нескольких графических редакторов продуктивно работать, скорее всего, не получится. Уроки будут представлены в видеоформате. Часть уроков будет полностью бесплатная, а стоимость платных занятий будет небольшая. Вы сможете просматривать начало урока, а потом решать, смотреть его или нет. Оплачивать можно будет картой через Яндекс.Кассу или PayPal. Содержание каждого урока будет расписано по минутам. Ко всем занятиям будет прилагаться методический текстовый материал, а к практическим занятиям еще и материал для самостоятельной работы. Самостоятельная работа – это очень важная часть обучающего процесса, потому что только так вы сможете закрепить полученные знания и навыки и уже на начальном этапе начнете нарабатывать опыт. Все ваши работы вы сможете отправлять мне на проверку, задавать вопросы в процессе и, если требуется, дорабатывать и в дальнейшем собирать все это в портфолио. Я обязательно расскажу, как это сделать и где можно разместить свое портфолио в сети для его просмотра по ссылке. Также, если у вас возникают сложности в процессе самого урока, вы можете задавать свои вопросы через форму обратной связи, в чат на сайте, или можете написать в мессенджер из контактных данных, как вам будет удобней. Скажу, исходя из опыта, для того, чтобы начать обучение, минимум знаний, который у вас должен быть, это уверенное пользование операционной системой и интернетом. Иначе может быть сложновато. Но я думаю, что если вы сейчас смотрите это видео, вы уже наверняка являетесь уверенным пользователем и совсем сможете справиться. Наши занятия будут подходить одинаково и для новичков, и для тех, кто уже обладает каким-то багажом знаний. И в любом случае никогда не стоит останавливаться на достигнутом уровне, так как в наше время все меняется очень быстро.
Длительность обучения во многом зависит от того, какие знания и навыки работы вы хотели бы приобрести. Например, если бы вы хотели получить навыки графического дизайнера в обобщенном понятии, за исключением каких-то углубленных тем, то вам бы в таком случае потребовалось от 4 до 6 месяцев, при условии, что занимаетесь вы 2-3 раза в неделю. Больше, я думаю, не стоит, потому что информация еще должна успевать усваиваться, и плюс вы должны успевать закреплять все это практически. Но, например, стартовые навыки для того, чтобы просто втянуться в рабочий процесс, можно приобрести приблизительно за 1 месяц. Все наши занятия будут основательные и ориентированы на дальнейшую профессиональную работу. Мы пройдем путь от самого элементарного до сложных профессиональных работ, будем разбирать и решать различные вопросы, ответы на которые люди обычно получают только с опытом. Но у вас уже будет возможность преодолеть все это сразу, не тратить время, а идти дальше, совершенствуя свои навыки. Графический дизайн, особенно в IT-индустрии, на сегодняшний день очень востребован, и без дела вы точно не останетесь. Существует масса вариантов для заработка, особенно если вы знаете английский. Но подробнее на эту тему у меня будет отдельный обзор. Всем своим ученикам я всегда рекомендую, после того, как вы получили уже какую-то часть начальных знаний, сразу же приступать к действиям и начинать приобретать опыт. Например, брать в работу небольшие заказики, начинать рисовать клипарты на микростоках. И более того, некоторые мои ученики устраивались на работу еще в процессе обучения и в дальнейшем совмещали работу и учебу. Ведь ваши успехи зависят не только от занятий, очень много зависит от того, как серьезно вы подходите к работе. И без вашего искреннего желания упорно трудиться над собой, высоких результатов не достичь. Я надеюсь, большинство из вас это знает. Мы предоставляем возможность сдать итоговую работу по пройденным темам и выдаем после этого документ об образовании, установленного государственного образца. Но главным вашим документом должно стать именно ваше портфолио. Потому что на сегодняшний день даже высшая степень художественного образования ничего не будет значить без вашего качественного портфолио. И чтобы ваши работы не были на уровне художественной школы, а могли претендовать на нечто большее, мы вам в этом поможем. Но, конечно же, ваше стремление научиться большему также играет огромную роль в этом процессе. Ну что ж, я желаю вам успехов, задавайте, пишите вопросы, жду вас на занятиях и до встречи. Всем пока!